Если ты не хочешь подойти. Не только на бензин. Какой машин? Стоимость, эффективность. Да. Что там на ярмарке? Давай. Там был человек, который стоял там с табличкой Free Hugs, бесплатные обнимашки. Ты что ли? Нет, это не я был. Ну, короче, по стоимости и эффективности это там было тоже самое выгодное. Ну, нематериальные такие достижения трудно оценить. Там все нематериальное. Там все. А тут вполне себе вот подвес рабочий. Сейчас мы. Но он прекратит мигать и будет светиться, когда соединится. Надо что-то нажать. О! Вот оно. А как далеко оно может от тебя улетать? Ну, стой, стой, стой! Стой, выключи! Так, камеру давай включим-то. Да, держи, держи. Нет, я еще не летал. Держи. Я еще не летал, сбрось. Сбрось. Покажи. Покажи. Покажи, как ты сбросил. Договорились по 2 минуты пилотировать. Поэтому тут жесткое, жесткое отслеживание. Подожди, ты держи, ты стой. Да держу, держу. Так. Все? Так, замигало, все, полетели. Так, давайте все. Слава, я не хотел носом попой к себе, нет? Ай, да. Давай, не в речку. Отлично. Сразу я вот, да нет, это вся, вот, ну просто поломалась лопасть. К сожалению, запасные лопасти у меня не с собой, поэтому... Поптоцтак? Подожди, подожди. Поскольку я предлагаю просто отпилить симметрично вот эту, у нас же есть шлифовальный камень, снять винт, подточить вот эту лопасть симметрично, и эту тоже симметрично подточить. И тогда хотя бы у него будет тяга симметричная и попробовать. Но он сейчас может просто лететь? Потому что этот винт все равно под замену, так что играем от него. А он сейчас просто лететь может? Рикотеки-ка, пожалуйста. Но ну, он сейчас он будет летать, но его будет косоежить же. Ну нормально, нормально. Как будто бы с ним было лететь много. Окей, то есть он, ну, он... летает? Да, конечно он летает. Просто нужно сейчас винты доработать, наверное, и... Окей. Вот это интересная мастерская будет. Работаем калибрированием. Так, какой у него больной-то? Этот больной. Передний, левый. Так, не левый, я вроде в левый. Я сейчас немножко перестарался, по-моему. Угу. Так. Нет, не надо, надо ничего. Просто сейчас мы берем и калибрируем дрон. У него на одной лопасти отломался кусочек. Соответственно, мы берем, делаем так, чтобы за счет того, что отломался кусочек, оно поднимается чуть хуже.
И теперь Андрей берет его, калибрирует так, чтобы у нас другой напротив чуть-чуть меньше работал. То есть так же мало, как и тот, у которого у нас сейчас сломался. Чтобы у нас дрон опять летел прямо, а не фиг знает как. Да, вот так. Да, вот теперь его пилотировать действительно сложно. В общем, смотри, это на самом деле аттракцион стал просто на уровень выше. Ну смотри, ну то есть я его в воздухе могу держать, но некомфортно вообще ни разу. Да, специально. Так я точно толку я направляю. Завтра его сейчас помочь. Ладно. Во, во. Тренирование — великая вещь. Но у него уже, по-моему, аккумулятор подсел, но, по крайней мере, он теперь ровно держится в воздухе. А он еще и с камерой же. Значит, вот так. Слушай, надо с него камеру снять. Стой. Давай снимем камеру. Выключи. Я пытался. Лаура, не бегай. Экраны управляют эти пульты. Вот ровно так они и смотрят. Бывает, что наоборот. Все, она уверенно полетела, Лора, села. Лора, ты подойди. Вот так вот, когда ты можешь плавнее управлять. Да, у тебя получится. А, сейчас, если не помню, сейчас не могу, как ты была, то вот сюда. На пень эту штуку вот так вот. Если ты надо быстро выключить, давай эти вот вниз вот так диагонально. Вот так, да? Вот так. Посмотри, тогда если хочешь выключить, посмотри как. Ну, обычно вот так мы делаем. Вот сюда. Видишь? Ты вот так вот, вот так. Так. Когда он деякает. Спасибо, мне на утро.